Добрый вечер, в эфире «Вести Карачаево-Черкесия», с вами Руслан Жукаев, и сегодня в нашем выпуске. Сегодня в Карачаево-Черкесии открылся крупнейший в России завод по убою и переработке баранины группы компании «Домате». Наша республика поддержала референдум по вхождению ДНР, ЛНР в состав России. Народ сам вправе определять свое будущее, отметили участники митинга. Городская дума республиканской столицы собралась в новом составе. Важный приоритет народных избранников – активный диалог с горожанами. Довоенные книги и газеты 30-40-х годов главному книгохранилищу Карачаево-Черкесии исполняется 100 лет. Сегодня Карачаево-Черкесию посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В ходе двухсторонней встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым были рассмотрены текущие показатели и перспективы роста агропромышленного комплекса республики. Глава Минсельхоза отметил хорошие темпы доведения мер поддержки до аграриев. Сейчас это показатель выше, чем в среднем по стране. Он также отметил рост производства молока. В текущем году заметно увеличилась и молочная продуктивность. Для развития данного направления Минсельхозом предусмотрен большой комплекс мер господдержки, в том числе субсидии на производство и льготное кредитование. Отдельно на встрече обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Рашид Темрезов поблагодарил министра за постоянное внимание к развитию агропромышленного комплекса республики, отметив, что любые подвижки в этой отрасли – это результат комплексной работы команды Минсельхоза при личном участии Дмитрия Патрушева. Затем министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов приняли участие в открытии крупнейшего в России завода по убою и переработке баранины группы компании «Домате». О грандиозных планах и шагах по их реализации в репортаже корреспондента Артура Мхце. 25 тысяч тонн продукции в год. И это далеко не предел. Группа компаний «Домате» запустила в столице Карачаево-Черкесии крупнейший в России завод по убою и переработке баранины. Прошедшая на предприятии «Кавказ Мясо» полная модернизация производства позволила увеличить проектную мощность до 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Новейшее оборудование, применение инновационных технологий, акцент на качество и безопасность огромного ассортимента товаров. Кроме того, руководство предприятия приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству сельхозпроизводителей, занимающихся разведением ягнят. Это позволит и самим фермерам строить долгосрочные планы развития собственного производства. Торжественный старт состоялся при участии руководителя Федерального Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы республики Рашида Темрезова. Северный Кавказ у нас традиционно является ключевым производителем баранины в нашей стране. Запуск нового завода, который в перспективе будет производить за смену более 40 тонн продукции, позволит Карачаево-Черкесии и всему федеральному округу далее укреплять позиции в данном направлении, в производстве мяса. Буквально еще год назад мы здесь стояли, когда делали закладку, так называемую, в новое предприятие. А сегодня мы уже с вами являемся свидетелями открытия нового современного предприятия, которое, конечно, даст это дополнительные рабочие места нашей республики, налоги, ну и, конечно, развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Этот завод исторически давно был основан, но мы реконструировали практически 25 тысяч метров, квадратных метров площадей из 30. Рост мощности по ряду позиций будет в 8 раз, а в целом на заводе увеличение мощности будет на 300%. И вот исторический момент, символический запуск производства, а далее экскурсия по заводу, продукция которого, несомненно, будет пользоваться спросом, поскольку изначально ориентирована на покупательский интерес. Ассортимент товаров составляет 200 позиций и включает натуральные полуфабрикаты из баранины, фарши, маринады и консервы. Вся продукция будет сертифицирована по стандартам халяль. Туша попадает на конвейер, идет первоначальная распиловка, потом дальнейшая распиловка на несколько частей. И, соответственно, по
каждая часть идет по своей линии. Планируется, что широкомасштабная реконструкция предприятия позволит уже в следующем году увеличить количество рабочих мест до 550. Артур Мухцы, Али Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия. Сегодня в Черкесске прошел митинг в поддержку проведения референдума на территориях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. В акции участвовали представители политических партий и общественных движений республики. Общероссийского народного фронта, молодежных организаций, участники митинга высказывались в поддержку проведения референдума на территории Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областях. Народ сам вправе определять свое будущее, говорили выступающие. Референдумы будут проходить с 23 по 28 сентября. Люди, уставшие за долгие годы от произвола киевского режима, от преследований, от запрета разговаривать на родном языке, голосуют за светлое будущее. Это их законное право и их выбор. Чтобы их дети ходили в школу, жили в мирных городах, чтобы не свистели пули и свободно изъяснялись на родном для многих из жителей Востока Украины русском языке. Сегодня в мэрии Черкесска состоялось первое заседание городской думы 6-го созыва. Мэр Алексей Баскаев поздравил избранных представителей депутатского корпуса, который обновился почти на 80%. На заседании выбрали заместителя председателя думы, им стал Анзор Охтов. Также определили дату голосования выборов мэра 28 сентября. В своем выступлении градоначальник отметил, что прежде всего необходимо иметь обратную связь с горожанами, взаимодействовать в виде опросов, выездов на придомовые и общественные территории, проводить приемы граждан. Необходимо обеспечивать комфортные условия для жизни, образования и отдыха, а также эффективно решать вопросы строительства, ремонта парков, скверов, спортивных площадок. Поздравляю вас с избранием в Думу муниципального образования города Черкесска. С этого дня и последующие 5 лет ваши знания, силы и энергия будут направлены на развитие и благоустройство республиканской столицы. Уверен, на протяжении всего срока полномочий, вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов, вы будете делать все возможное для улучшения жизни земляков. Задач, которые предстоит решать, действительно много. Город развивается уверенными темпами. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии дождь, местами сильный, в отдельных районах ливень, в горах с мокрым снегом и туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 5-10, в горах до плюс 5, а днем 8-13 и местами до плюс 7. В Черкеске ночью небольшой дождь, днем сильный, ветер западный 6-11. Температура ночью 8-10, а днем 11-13 градусов тепла. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 700 90 89. 8 800 700 90 89. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8 938 030 30 50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. В Карачаево-Черкесии проводятся оперативные профилактические мероприятия в сфере безопасности и оказания услуг туристам. Выявлено 97 административных правонарушений. В ходе рейдов сотрудники полиции обращают особое внимание на техническое состояние транспортных средств повышенной проходимости, задействованных в пассажирских перевозках по пересеченной местности, также автомобили, в конструкции которых внесены изменения без разрешения ГИБДД, наличие у них необходимой документации и соблюдение водителями требований ПДД.
В ближайшее время вековой юбилей отметит одно из наиболее узнаваемых учреждений Карачаева-Черкесии. Расположенный в центре Черкесской республиканской столицы, библиотека имени Халимат Байрамуковой совсем скоро исполнится 100 лет. О прошлом и настоящем этого учреждения культуры в сюжете корреспондента Артура Мхце. Сложно представить, но в былые времена для получения в библиотеке необходимой книги нужно было отстаивать очередь. Люди приходили сюда как в вотчину знаний, истории, культуры и искусства. Знакомились, общались, дискутировали. Теперь это скорее дом наук, который, несмотря на огромные возможности глобальной паутины, все равно притягивает людей, которые стараются изучать как можно больше. У нас хранятся с довоенных периодов книги изданные, у нас хранятся газеты, подшивки газет 40-х годов, 30-х годов по сегодняшний день. Этой литературой сегодня пользуется читатель. Вот. Мы постарались все эти издания сделать таким образом, чтобы они превратились в книжные памятники. Богатое наследие народов Карачаево-Черкесии удалось сохранить во многом благодаря как раз этому учреждению культуры. В нынешнем году не только регион отмечает вековой юбилей, но и республиканская библиотека имени Халимат Байрамуковой. Библиотека в 1922 году была помещена, организовывалась в доме адвоката Алиева со 170 книгами. В разные годы переезжала библиотека в разные места. И вот в 1962 году наша библиотека стала переходить вот новое построенное специальное здание. Оно вот сейчас, мы где находимся. Галина Дощук работает здесь больше 50 лет. Была задействована почти во всех отделах. Всегда радуется большому количеству читателей. Старается, чтобы каждый пришедший в здание человек не жалел о потраченном времени. Были такие времена, что было у нас, ну не знаю, может быть, до 100 человек чуть ли не. Писали люди рефераты, контрольные работы делали. Мы книги эти находили, ксерили. В общем, в последнее время, конечно, меньше читателей стало, но все равно мы работаем. Это мы куда спускаемся? Это мы сейчас идем в сокровищницу нашей библиотеки, депозитарный фонд. А что здесь находится? Здесь находятся книжные памятники, книги, которые изданы в единственном экземпляре. В библиотеке хранятся около 65 тысяч изданий различной тематики, большое количество периодики разных лет, есть даже старенькие, написанные на латыни буквари. У нас вот именно в этом отделе особые условия хранения. Не выше 18 градусов желательно, потому что эти книги у нас на постоянном хранении. При иных условиях хранения эти издания вряд ли дожили бы до наших дней. А так у посетителей библиотеки есть возможность знакомиться с публикациями, узнавать, что интересовало жителей Карачаево-Черкесии 50-85 лет назад. А через этот отдел прошли, наверное, почти все жители Черкесска. В настоящее время абонементы находятся на руках у 7500 человек. Читатели разного возраста. И пожилые, и молодые, учащиеся школ, студенты. Категории все представлены. И мы стараемся им оказать... предоставить нужную информацию. За последний год библиотека смогла приобрести издания на 700-800 тысяч рублей. По нынешним временам это довольно солидное пополнение. Что-то дарят читатели. Именно с этого отдела комплектования фондов и начинается путь книги по учреждению культуры. Впрочем, труд сотрудников библиотеки заключается не только в обслуживании читательского интереса населения, но и в собственном поиске недостающих страниц в истории Карачаево-Черкесии. В том числе при участии библиотекарей в свет вышли десятки книг военно-патриотической тематики. И эта работа, как и по всем остальным направлениям, будет продолжена. Артур Мхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка, все вместе». Удачных выходных и всего доброго!